Всем доброго времени суток. Вы на канале «Бокс глазами тренера». У нас сегодня очередная подборка упражнений. Сейчас в вашем кадре Дмитрий выполняет наклоны на одной ноге с бодибаром, с выносом колена. Прогоняем ягодичную мышцу и мышцы-стабилизаторы. Ну, плюс работаем над балансом. Вася, это упражнение кажется очень интересным. Василий, продолжайте. Вы будете скоро с Сашей соревноваться у меня за звание эталон грации нашего зала. Что еще интересного? Ну, само собой, вольный бой на мешке. Пару раундов голыми кулаками. Следующая фишечка. Удары медболом в мешок. То есть здесь даем косвенное напряжение на плечи. Кулаками ведь все привыкли, это легко и просто, ничем не удивишь. Здесь мышцы начинают работать несколько в другом режиме. К сожалению, мячи у нас очень легкие, 5 килограммов. Надо будет исправить эту истерическую несправедливость, заменив их, ну, хотя бы килограмм на 9. Так, у девочек тем временем у нас загружаем икроножную мышцу и опять-таки работаем над балансом. То есть работа, бой с тенью, с гантелями на одной ножке. Очень легко, я смотрю, получается. Грациозно и непринужденно. Да? Ты уже ножку меняла? Да, уже. Тебе смешно? Нет, она еще веселится, вы посмотрите на нее. Напрягаться, напрягаться и пахать. Время! Так, здесь у нас джентльмены укрепляют шею. Хотя... Мне тут сказали, что реально напоминает упражнение для морских котиков. К сожалению, не волосы выпрямляешь. Морских котиков не из военных сил США, а из дельфинария. Да, у Сереги последние волосы остались на мече. Надо эту шапочку резиновую как бассейн надевать. Ты тогда будешь выглядеть как резиновое техническое изделие, не надо. Спасибо. Девочки тем временем переходят у нас на выпады с выносом колена. Не только в боксе, но и в жизни жопа должна быть красивой. Над этим мы сейчас и работаем. Не теряем концентрацию. Сосредоточились на выполнении упражнения. Хорошо. Так, а здесь у нас еще одна умирающая команда, которая работает степ-тест руки. Я к ним подошел в середине раунда, когда уже все значительно сдохли. Очень сложное упражнение, но зато работает все. Мышцы кора, спина, плечи. Включается абсолютно все. Федя, по самочувствию работай. Ну и самая замечательная часть нашей тренировки. Работа над координацией и подвижностью. Надо сказать, что ну, Наташа вообще забавно выглядит. Девочки, не теряем концентрацию. Работа на ловкость. Ножки постоянно двигаются. Мячик постоянно контролировать. На носочках, Сашенька, на носочках двигаться мягенько, как приставными шагами. Казалось бы, после всех силовых упражнений это должно быть самым легеньким. Но не тут-то было. Собственно, на этом наша короткая обзорочка закончена. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. А еще лучше приходите и тренируйтесь. Всем пока!